Всем привет, народ! С вами я, и давайте по традиции поставим этому видосику лайк и покажем три комментария. Первый комментарий, второй комментарий и третий. И сегодня, знаете, что мы сегодня будем делать? Мы будем смотреть проклятые мультики Among Us. Есть легенда, что типа, если ты их посмотришь, что-то с тобой плохое случится. Я выбрал самые страшные сегодня анимации, и мы сейчас будем их смотреть вместе с Кириллом Мистик. Ссылочка на него в описании, так что just do it. Ребяточки, все вы знаете компанию OneX, где можно поднять много бабла. И по закрепленному промокоду, который вы видите на экране, закреплен он также в комментарии. Так что если ты хочешь поднять бабла и стать богом этого мира, переходи по ссылочке и дерзайте. Так, ребяточки, мы готовы смотреть эти проклятые мультики. Сейчас посмотрим, все-таки что-то с нами случится, либо нет. Давайте начинать. Так. Звук сегодня будет? Да, там походу... О, они есть, да. Опа, нифига себе, тут графоны. Два тридцатника, да? Думаешь, это импостер или просто? Блин, такое все ледяное как будто. Угу. Не, я думаю, это просто человек. А прикинь, в космосе как холодно, походу. Ну, в костюме, я думаю, нормально. Никто ж там голый не гуляет. Не, ну да. Ну так-то да. Думаешь, через сколько лет? Ну, по сути, с другой стороны, солнце ж, типа, оно ж попадает. Поближе как будто. Ну да, да, оно должно греть. Очень странно, что в космосе холодно. Думаешь, будет такое скоро, что будут создать какие-то корабли здоровые, как город, и будут в галактике жить? Блин, ну как город? Ты представляешь, насколько это огромный мир? Ну да. Это, я не знаю, что построить такой корабль, как город, это же надо. Но они будут унитазы пускать, а по чуть-чуть она будет там соединяться. Ого, ни хрена. Да не, мне кажется, уже в прошлом году планета влияла. А, точно, кстати, хорошо. Ты замечал? Играя в игру, я только что-то сейчас такое, что когда тебя убивают, у него в натуре открываются две части, и там язык такой, как рот. Да, это как мозг. Вот так такой. А-а-а. А я только сейчас это понял, что это монстр. Это монстр, это не человек. А я только сейчас понял. Кто-то видел? Видели. И прикинь, а прикинь к стрём, когда монстр скрывается среди обычных. Да, ну не, я думаю, ну целый город вряд ли, конечно, а вот этот, типа на другой планете. Классические приколы. Как бы ты доказал, чтобы тебе поверили? Да блин, это никак, такое, нет. Да, очень сложно, потому что ты же не знаешь человека лично, он же может подумать. Включился, что в голове у него будет. Не, ну прикольно, прикольно. Но криповенько было на самом деле. Ох. Да, криповенько сделали. Сейчас включим следующее. Так, ребята, вот второй файл проклятый. Сейчас будем смотреть, что там в нем находится. Ну, по привахе он такой. Криповый, криповый. Музыка та же? Как его знают? Что это за фигня? А, это, наверное, сущность. А. Нет, инопланетная какая-то дрянь. Так да, так ты ж не понял. Это ж зверёныш какой-то. И он вселился в человека, походу? Ну, либо превратился как-то, либо... Я знаю. Ну, либо вот так как-то с костюмом, типа, это... Слился. Бля, прикинь, реально в космосе какая-то херня будет летать. На космическом корабле ее привезут нам на планету и пиздец. Может, такое реально? Смотря сколько мы проживем. А, где-то. Ну
я допустим, 90. Лет? Когда она будет по 90, я думаю, да уже. Это дохрена. Это... А ты бы попробовал полететь? Не знаю, если ты был бы олдом, который я на земле. Не знаю, ну, если бы это было разрешено, типа, знаешь, в таком возрасте летать, и организм нормально это переносил, потому что сейчас же в космос отправляют только суперздоровых, ну, да. Таких. Поэтому хрен знает, конечно. Воу. А там есть какие-то скины, да, что маленький чувак бегает еще. Ну, а это видосик жуткий, ребяточка. Билли Бэггинс. Да, как-то... Грустно. Грустно? Не страшно, а грустно. Так, ну что, ребята, последний файл, я надеюсь, он окажется проклятым и что-то произойдет, потому что пока что ничегошеньки. Ну, давайте смотреть, посмотрим, что там, так сказать, он из себя представляет. Да, тут, конечно, как-то... Супер грустный был. Грустновато, да. Не думаешь, что проклятый. Это типа шестая часть. Или походу, фиг оставь. This is it, veteran. О, ну это прям... We'll finally have the power to bring back people from the dead. I know this helps the crewmates win and all, but... Это у меня как жратика банановая. Shut up, veteran. You don't know what it's like to lose game after game after game. I'll do anything to win. Pull the lever. Yes, Dr. Plankstein. Кто такой? Типа оживить. Как он называется? Франкенштейн. Look, veteran, it's alive. You must have so many questions. Yeah, actually, now that you mention it, how is there lightning in space? Why are we operating on Mr. Poopy Farts while he's still in the spacesuit? Also, are we even sure he was a crewmate? Couldn't he have also been an imposter? Don't be ridiculous, veteran. Poopy Farts is definitely a crewmate. Ну, забавно, see, да, I но... Totally да, да, конечно, это глаз, это ж просто... Стекловский флаж. Эй, Плеер, check out my Stoom. Стоум? Мне кажется, это скорее вот это проклятый файл, потому что какие-то есть, типа, сыгровые veteran, моменты. You're not even wearing a costume. Do you not see the sick banana on my head? I mean, this is pinnacle Halloween, am I right? Whatever you say, man. At least you're wearing something new. You didn't want to dress up at all, the gentleman? Even I changed into these cool devil horns. Yeah, I am dressed up, my good sir. Today I am wearing only one top hat instead of two, as if I was some filthy street commoner. Right. My name is Mr. Pumpkin. Shut up, mister! I'm sorry, Mr. Pumpkin. I didn't mean to yell at you. I just don't enjoy you constantly repeating what your name is all the time. Thank you for vocalizing your frustration. I will hear your concerns, and I will actively try to work on them. Потому что no можно вырезать глаза, да, да. Ты не так не сделаешь, и в арбузе тоже. Ну, можно, но, блин. Хотя хрен знает, на самом деле. I love you too. А ты кушал когда-то? Ты... Ой, не знаю. Okay, can someone please tell me what's going on? Да, ты кушал. Oh, yeah, you missed last week. Просто тыква, она... Смотри, какая есть просто сладкая тыква. Они ее немножко подсахаривают, и она вкусная. Особенно вкусно тыква с чем-то, типа шоколадом. Да, может, я не распробовал какие-то десерты с тыквой. Нет, она специфическая, но прикольная. First we have Captain, who is now rocking a paper boat on his head, for some reason. My friend Bill made me this hat. And next is Poopy Farts, foregoing his usual toiletries to adorn a giant fake knife. It's not a fake knife. Interesting. The next on our list is Bro. He's even more into himself than usual. You have the right. Как думаешь, что там в этой игре добавится, типа такого, типа, что там будет полицейский какой-то, или типа такого. Так полицейский будет. Такой? Да, да, вроде как есть. Типа, да, да, нет, там скины есть. А, нет, не скины, а типа прям геймплей по-другому. Там, не знаю. Потеряю свой путь. Я думаю, геймплей вряд ли.
I am a witch after all. Boo. Oh my. Интересно, что типа разработчики такие немножко уже там 100 лет назад объединены в Китае? Не, они сейчас лахеры. Ну, сначала что-то по ней думают добавлять или просто похер вообще? Не, да, будут как-то модернизировать что-то. О, два предателя средние. Мышка прикольность. My hat! No! Bill's going to kill me! Hiya, Captain! Where nice boat! Do you want that? Pennywise. Yep, sure do. На туре. You look like a nice boy. Я только сейчас понял. I bet you got lots of friends. Well, I definitely have two. Claire is my bestie best, but I recently made a new friend named Bill. And boy, does he sure love boats. Billy the Boatman is what I call him. Well, I could be a friend, Captain. Here. Take your boat back. Take it. Sure thing, friendo. Voilà. Тыква на голову, блин. Hello. Hello. Yes. Who is this? Well, who are you trying to reach? I don't know. Ah, well, I think you got the wrong number. Do I? Tell me, Mother. Have you checked the children? Wait, what? Ну а наше сделать? Там я не хочу все стрелять. Oh, well, давай типа, как будто оно якобы принимает, что залагает. Ну потом мне позвонит предатель фаст. Через где-то секунд 20, да. Hello? Да, кому там звонит? You know, you're really scaring me. Is that what you want? I'm in communications right now, and I just had a really scary call from a stranger. All right, I'll see you back and trace where it's coming from. Okay. Mother, this is Officer Bro. Hello? I traced the call. It's coming from inside the ship. You know, you're really scaring me. Is that what you want? О, что-то лагает. Чувак, а чего оно зависло? Что происходит? No. Что-то с файлом? Алло? What the fuck? Там позвонили, мне позвонили. Алло? Кто это? О, блядь, заорали нахуй. Чувак. Кто звонил? Я не знаю. Оно как будто там позвонило и тут позвонили. Бля, реально что ли проклятый файл? А, точно, я уже забыл. В натуре, походу, реально проклятый файл. Бля. Пипец какой-то. И что-то файл прошел. А что говорили в телефоне? Ничего, молчали, а потом заорали со всей дури, бля. Пипец какой-то. Но жестко. Короче. Блин, ну я думаю, надо выключить телек, плойку, все нахер поворовать. Давай, бля. Короче, ребяточки, реально последний файл оказался каким-то проклятым. В том моменте, когда кто-то звонил в мультике, и мне начали звонить, и потом заорали, этот номер, ну, не, типа, не высвечивается, а неизвестный. Не знаю, что это было, короче, ребяточки, ставьте обязательно лайкосик, подписывайтесь на канал, и до встречи.